Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Спрашивает меня Наташа. Время сейчас неспокойное. Есть нужда себя защищать самой. 25 лет. Не поздно записаться на тренировки по карате. Вопрос, я считаю, важный. И для многих людей он иногда является сложным. Почему, не знаю. Могу вам сказать так, что если вы действительно решили заняться собой, это нужно сделать обязательно, то первое, вы просто будете лучше себя чувствовать. Второе, вы будете увереннее себя чувствовать. Ну и третье, вы действительно сможете дать отпор тому, кто будет на вас нападать. Как правило, редко, когда мастер вообще на улицу не выходит, чтобы драться, он тренируется в зале. Обычно люди с низким интеллектом или низкого уровня могут напасть на женщину. Но могу сказать точно, совершенно, если вы проходите курс подготовки, но это не карате. Карате – это как база. Курс подготовки специально для улиц. Если вы его проходите и реально занимаетесь, то вы сможете на самом деле себя защитить. Уж один на один – это совершенно точно. Поэтому мой вам совет, если у вас есть возможность и желание, занимайтесь. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.